нету. УВД есть. Я спускался на эскалаторе, это было 18:40, я прошел, у меня как раз билет проход есть. И где-то буквально прошел метров 20-30, был такой резкий хлопок, вот, и лопнули лампочки. Вот я заходил, правда, с Лесной, на кольцевую с Лесной, вот, лампочки просто лопнули от взрывной волны. Люди некоторые просто в панике там нагнулись и побежали все просто обратно. Кто-то закричал там, это взрыв, и просто побежали обратно. Ну, скажите. Ой, извините. Спасибо, Кирилл.